Друзья, сегодня пробуем жидкую магнезию. О, какие у меня руки стали от нее. Правда, неравномерно, но все равно. Итак, сегодня у нас штанга. Жим сделан, сейчас будет делаться штанга. Вес 115 килограмм. Помедитируем. Подумаем о вечном. И нет, тяжко. Ладно, идем на второй подход. Вес 105 килограмм. 105. Более знакомый нам вес. Да, еще это прилип я к полу, давай. И... сниму еще накачку. Первый подход к накачке. Вес 90. Yes. Первый. Еще второй сниму. Второй подход к накачке с весом 90 килограмм. Вес отмечаем. Покажу еще третий подход. Просто хотел показать, как выглядят руки с этой прикольной смазкой. Ну, меловая мне больше нравится. Тут приятнее делать. Из расхода эту потом буду перейду на меловую магнезию. Кубиком, которая... Thank you.
Третья. Все, на этом я съемку прекращаю, но меня еще ждет где-то 5 накачек до 8-6 раз. Может, 10 вряд ли.